Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». В этом сезоне выращиваю свои семена пастернака. Сорт народный, корнеплоды были посажены в начале мая, и примерно в середине августа пастернак начал поспевать. Он был срезан вместе со стеблями, уложен в коробку и отправлен на дозаривание в проветриваемое помещение. И вот прошло время. Сейчас выдалась хорошая погодка, и пастернак решено привести в порядок. Видно, что семена уже полностью высохли, и их очень удобно отделять от стеблей, от листьев и от прочего всяческого мусора. Возможно, семена немного, некоторые не дозрели, но страшного в этом ничего нет. Этот пастернак, как правило, всходит хорошо, и надеюсь, своих семян пастернака теперь хватит. Подвигло меня к этому то, что в последнее время пастернак, который покупаю в магазине, речь идет о семенах, почему-то очень плохо всходит. И вот решил запастись своими семенами. Первым делом отделил стебли, крупные листья, и получилась вот такая вот масса. Ее аккуратненько размял руками. Все ненужные растительные остатки отправляю в компост. А вот этот семенной материал просто очищаю от мусора. Поскольку делается все это на открытом воздухе, небольшой ветерок, то это можно сделать очень просто. Наиболее крупные остатки стеблей, листьев, их можно отобрать просто руками, а остальное провеять на ветерке. Видно, что семян пастернака получилось довольно много. Ну, сразу ясно, что этого хватит на несколько лет. Посажено весной было на всякий случай два корнеплода. И вот с этих двух корнеплодов наросло вот такое количество семян. После того, как семена были более или менее очищены, а к слову сказать, тщательно их очищать совершенно не обязательно. Даже если в этих семенах останутся какие-то вкрапления растительные, то страшного в этом ничего нет. Все равно они будут хорошо всходить. Ну а то, что некоторые семена выглядят зелеными и недозрелыми, тоже страшного ничего нет. В крайнем случае можно проводить загущенный посев, и семена все равно будут хорошо всходить. Ну а польза от своих семян пастернака, надеюсь, будет большая, поскольку в последнее время, повторюсь, качество семян оставляет желать лучшего. Вот таким очень простым способом можно вырастить свои семена пастернака, и, надеюсь, они лишними не будут. И в конце пожелаю всем огородникам выращивать пастернак. Это замечательная культура. Получать хорошие урожаи и пастернака, и других овощей. Всем всего самого доброго. До свидания. Ну а свои семена, повторюсь, лишними не будут.